Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео хочется уделить внимание такой магии, как женская магия. Вы знаете, каждая женщина из нас ведунья, она вне зависимости от того, знает то, что знали наши бабушки или дедушки или нет, но в любом случае каждая женщина все равно управляет и знает какие-то приемы из магии. И сегодня мы поговорим именно о женской магии. Вы знаете, раньше женщины во все свои повседневные дела вкладывали особый сакральный смысл. Например, глажение рубашек, там, приготовление пищи, вышивание полотенец – все это становилось магическим ритуалом. Возможно, именно поэтому семьи были намного гармоничнее и крепче, а люди же счастливее и здоровее. И, конечно же, можно ли в наши дни для улучшения своей жизни применять глубинные знания наших предков? Конечно, можно и даже нужно. И далее мы, друзья, поговорим о простых магических приемах, которые помогут улучшить вашу жизнь. И начнем мы с волос. В обязательном порядке расчесывайте свои волосы осознанно. Представляете, как расческа, скользящая по вашим волосам, убирает всю скопившуюся на них за день негативную энергию и информацию. Женская энергия, которую впитывают наши волосы, она восстанавливается. И женщины, которые имеют длинные волосы, имеют очень сильную энергетику. Они способны создавать обережный круг для своих любимых мужчин. И у наших предков существовала такая традиция, что расчесывая волосы жены, муж таким образом получал даже защиту. Когда вы совершаете какие-то косметические процедуры, ну, например, принимаете ванну, наносите макияж, украшаете себя, то, пожалуйста, представляйте, как на вас оказывают положительное влияние энергии женских богинь красоты. Вы должны почувствовать, как вы входите в резонанс с вибрациями Венеры. Эта планета считается женской, и она способна наделять нас, женщин, красотой, молодостью, здоровьем и очарованием. А также вы можете создавать любовное или исцеляющее зелье, приготовив своему мужу или же болеющему члену вашей семьи какой-то, например, напиток, который он любит. Затем, взяв сосуд с напитком в руки, представить, как из ваших ладоней выходит зеленая энергия жизни и напитывает его. Над напитком тихонько прошепчите добрые слова, идущие прямо из вашего сердца. В этот момент ваше сердце, интуиция вам подскажет, какие правильные слова нужно сказать. Это зелье будет способно исцелить и напитать не только тело, но и душу. Вот такими, друзья, магическими советами мы хотели сегодня с вами поделиться. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. Но мы сейчас с вами прощаемся и услышимся в следующем видео.